водители маршруток продолжают возмущаться. Микроавтобусы номер 191, 113, 163, 169 уже второй день не выходят на работу. Дело в том, что водители требуют отменить решение примэрии о продлении 178 маршрута до улицы Транснистрия. По их словам, 178 маршрутка будет пересекаться с другими микроавтобусами, что приведет к снижению прибыли. По словам водителей, сейчас они вынуждены буквально драться за каждого потенциального клиента. Между шоферами существует борьба за пассажира. Очень сейчас напряженная, даже ожесточенная борьба. Гонки за пассажиром, драки на конечных маршрутах, потому что они не зарабатывают, они не приносят в семью сегодня. И нельзя эту ситуацию не принимать никаких решений. Ее надо нормально, цивилизованно решать. Для того, чтобы решить этот вопрос, водители маршруток собрались у здания столичной мэрии. Однако вице-премьер министр Грозаву так и не явился на встречу, несмотря на то, что пообещал. Не примет домну вице-премьер, не примет, а до поворли до успешни не примет, ку проблема наша, круто, что шап за шоп каряфос после пиндиспозиции, скорее псинопти. Фără știri firmele, fără absolut. Și am venit să ne clarificăm, să vedem și ne-o promis și primul din spate și-a plecat și acum spune că n-o să vină. Cum la așa nivel de viceprimar să promită ieri că ne primești și nu ne primești? Anulez chestia asta care a făcut-o cu ruta 178, a prelungit ruta fără ca să dăie... Da, să aduc cunoștință pe alte rute, concurenții care sunt între dânsii și ne-a făcut concurență. Вместо него на встречу с недовольными водителями явился вице-директор Главного управления общественного транспорта и путей сообщения Виталий Бутучел. Он заявил, что 178 маршрут был продлен по просьбе многих торговых агентов, и работники мэрии отменять свое решение не собираются. В ситуации респективы, având в виде, что страда Транснистрия есть страда импортанта, страда индустриала, он мунческ атыта луми, дин пунктул ностру де видери и позиция ностру официалу сфи урматуаря. Noi nu o să mergem și nu o să anulăm dispoziția primarului general, nu avem așa competență. По словам Виталия Бутучел, если водители продолжат протесты и не приступят к работе в ближайшее время, у них отберут лицензию.